Лук невкусный. Где большой пакет живет? Я разговаривала, да? Он не разлетелся? Нет. Там должны зарядки. Ой, ну все, давай. Может быть? У нас корейский мукбанг. Всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня с вами Альгея. И сегодня у нас тайская еда. Мы заказали это из тайского кафе, ресторана. Пить я буду колу Авигей вода. Здесь у нас какая-то лапша. У меня том-ям. Это том-ям с брокколи, да? Не ели такого, да? Потом у нас заказать там еще один суп. Но, блин, мы его даже не ставили сюда ставить. Здесь какая-то у нас лапша с яйцами. Какие-то чипсы привезли. Роллы Филадельфия, авокадо. И вот это, они еще что-то, видать, бананы или что нам положили, мы это не заказывали. И вот эти печенья нам заказали. Я вообще смотрела Верняева, у меня была мигрень, когда мигрень хочется. А что у меня? По а я перепутала же. Я увидела том-ям, и мне так захотелось. Обычно я заказывала, когда мы жили в Тюмени, том-ям, можно было вот этот кисленький. Ну, кто живет в России, знает привкус этого том-яма. Здесь том-ям я еще такой не нашла. Вот, но давай копаться в доставках. Ничего, не острый? Так, не острый, но такая соленая. А креветки есть? Угу. Сколько тут? 3 таких больших креветки. Ну, вроде так. Нет, ничего. Нет, 4. Вот, угу. 4. Честно, это вообще не похоже на том-ям. То есть здесь нету привкуса никакого, просто обычный суп с креветками. Не только том-ям. Почему они называют это том-ям, я не знаю. То есть я ела в Таиланде тайский том-ям, ну вы знаете, там вообще кисляк. Он острый, кислый. Вообще невероятно невкусный. Невкусно? Нет, твоего тумена было. Вот эти нам привезли чипсики. Новость дня. У нас на заднем дворе, который я вам постоянно показывала, сегодня дикая птица, сокол, наверное, ястреб, я не знаю, коршун, замочил. Он, мне кажется, до сих пор, да, ест сидит? Нет. Голуби улетел? Не голуби, а кукушку. Кукушку, короче. Я ставлю это видео, если... Упс. Он улетел уже или нет? Да. Улетел? Да, я смотрела. Ой. Я подумала, он все по тарелке где-то. Короче. Суп неплохой, но... Вот где ложка? Возьму ложку маленькую, попробуй. Попробуй, но он как бы... Ну, не сильно острый. Я поняла, но сильно острый я могу есть. Попробуй. Лапши просто невероятное количество. Невероятно. Да, такой можно есть. Такой я смогу. Будешь? Нет. Я не буду, но я. Когда захочу, тогда буду. Ну, блин. Том-ям с брокколи, я, конечно, ем первый раз. Держим. Там мелочим. Просто там и лемонграсс, знаете, все было написано. Тут даже в бульоне не чувствуется этого лемонграсса. Ой! Ложка мне зачем? Так, читаем ваши комментарии. Мила-мила пишет. Антон, без вас неинтересно смотреть, но почему вы за кадром? Антон, кто это Антон? Антон, где ты?
Почему тебя нет в наших видео? Откуда вы знаете имя моего любовника? Так, посидим, поедим. Приятного аппетита, спасибо. Аида нам сердечки, спасибо. Соло М44ИК777. Приятного аппетита. Видео топ, как всегда. Бомба, если честно говоря. Спасибо большое. Марина Ма, привет. Как в Германии мало русских? Вы в каком городе живете? Съездите в Берлин. Но мы с Мангейма, у нас наших-то тот навалом. Там в видео я говорила про то, не вообще в целом, что в Германии, ну, в смысле, мало русских, а к тому, что аудитории, то есть, если я поставлю геопозицию России, например, да, то, о, какие у них палочки, то скорее то, что нас найдет русский зритель на банке, да, больше, чем то, что именно в Германии какой-то русский человек будет нас искать в банке по геолокации Германии. Я сейчас кушаю роудаем. Кокосом. Нам и всем не попробуйте с кокосом. Я ем тимьянницу. Я ее ел, но мне она чуть... Ну, она... Еще же это печенье. Она там, давай-ка. Давай. Посмотрим, как... Тебе, по-моему, с пожеланием печенька. Эти рыбки. Что я? Ого, какие у них печенья. Да-да-да. Открываю. Ее надо поломать. Зачем? Там внутри будет записка. Вот так ты ломаешь. В Тюмени, помнишь, мы покупали? Так, на каком языке-то тут? На немецком, что ли? Угу. Тут на английском? Нет, на немецком. Тут вообще каком-то португальском. The least comfortable. Я же английский. Mode of transpiration in the journey into self. Вкусно. А как перевести без понятия? Ну, типа что-то... Иди на папу. Вот такое слишком тяжело для меня. Как это по-русски сказать? Так, это что, опять у нас португальски? Be aware of negative thoughts because they affect mind and body. Ну, здесь я так понимаю, типа, нужно гнать эти негативные мысли, потому что они, ну, плохо влияют на mind, это, наверное, мысли, типа, и тело. А вот свою вообще не поняла. Ну, ладно. Че, печенье вкусное? Ох, кола тут самая вкусная. А у меня есть? Пока не хочу сладко. Я банан? Не знаю, наверное, банан. Банан. Это просто овощной суп с креветками. С этими овощами. Просто внутри банан, а не просто такой. Тут все продается. Для том-яма, наверное, надо будет самим приготовить. Потому что в доставках это вообще не том-ям. Не знаю, может быть, он у них по-другому называется. Мы вот ездили в Ганновер, и там ели том-ям. Ну, не знаете, есть том-ям, том-ха, там том-том.
И вот у них вообще был такой кислый, но у них, видать, был том-ям тайский. Это тоже была тайская какая-то там кафешка. Там хотя бы вот эта кислинка присутствовала. Он был очень острый, очень кислый. Ну, реально, как тайский, знаете. Потому что они вот этого, вот этой пасты добавляют очень много. Мы ее просто... А здесь просто суп. Вот реально, обычный бульон. Просто с креветками, и все. Немножко острит, и все. Что, это попробовала? Что? Да. Попробуй. А я сейчас... В общем, тайская кухня здесь так себе. Так, Надежда Демина пишет: красота, спасибо. Вео Мукбан пишет: красотки, спасибо. Настя Будурин пишет: ура, самые лучшие, красивые, спасибо. Аида Гайдарбекова: а дочь — это красотка, мне так приятно, ваша семья, вы такие классные, постоянно вас жду, обожаю, спасибо большое. Тебе, Аида, привет. Надя, молодцы. Квинкис. Мак также считается не для самых богатых людей в СНГ. В Америке за это могут и зачмырить. Но Мак, БК и КФС навсегда в нашем сердце. Не поняла, за что могут зачмырить в Америке. То, что ты в Макдональдс пошел или что? Так, твоя подруга Ирина. Здравствуйте, заходите на мой канал. Спасибо. А, это вот мы не знали, что она готовит или что. А Маргарита Нельзина: господи, наконец-то, я так по вам скучала. Шашлычок огонь, жду мукбанки с рецептами. Это утром. Хотела сегодня встать, и я реально не могла встать. У меня мигрень началась ночью. Остер? Запивай водой или заедай. Слезы потекли. Угу. Слезы потекли. Ест ты слезочек. Карина Фишел: ужас, Авигея. Ладно, я не буду это читать. Дальше. Паладин: мужа скоро можно брать в группу Битлз. Да, я тоже, кстати, ему говорила, что он похож, как из Битлз. Полезный совет. Ничего себе, муж волосы отрастил. Салоны не работают до сих пор. Да, салон до сих пор не работает, но уже, видать, люди не вытерпели. У нас до сих пор локдаун до марта 17 или 14 марта продлен, то есть все закрыто. Но салоны, несмотря на локдаун, с 1 марта сказали открыты. Причем стали говорить, что место в... Настали очередь в салоны. Представьте, все, короче, ринулись в салоны и стали очередь продавать. Мол, там даже... Ну, в свою очередь в салон, чтобы попасть, там чуть ли не за 300 евро, просто очередь люди стали продавать. Ну, чтобы первым прийти пораньше. Вот, но Артем позвонил в свой салон, где он стригся, и на 9 или на 6 марта его записали, ну, как бы нормально, вот пойдет стричься. Так, Олеся Шульц пишет: как аппетитно, все мне тоже нравится, кушай шашлык шампура. Да, это вообще тема. Я тоже обожаю. Хочешь, я тебе подвину супчик? Будешь кушать? Да. Он, честно, не очень острый. Вот только если вот немножко перчинка попадает. А так вообще никакого, ну... Не остренького. Да, не такое, что ты ешь и прям, короче, я все. Хочу, я наоборот доедаю. Угу. Кушай, кушай. Столько лапши вообще. Они по лапше вообще не парятся. Если лапши или риса, то много. Филадельфия это называется. Ролл тоже не огонь, а где еще? С этим попробуем. Кускусы, это просто. С авокадо? Кускусы. И да, ничего не макай, и еще и суп наешь, и вкусно будет. Да, сейчас попробую. А Игорь рекомендует ролл с авокадо и суп. Угу. Ничего себе, страдай, да? Да. Да, ты права. Так.
All L. Приятного аппетита вам и хорошего настроения. Спасибо большое, и тебе тоже. Мукал... Очень сложное имя. Мукалдам, ну, Турдалиева пишет: приятного аппетита, спасибо большое. Гуми-гуми, приятного аппетита, классный мукбанг, не пропадайте. Я на завтраке будете снимать, надеюсь, да. Завтраки будут, то как бы, просто бывает, что не получается. Так, Саша, Маша, блин, обожаю Яну, спасибо. Здравствуйте, Яна, это Лидия Гальвер пишет. Вы прекрасная, хорошая мама, что случилось, что у вас видео не было 2 дня? Да, это вот я не выкладывала 2 дня, у нас там были выходные, что-то это, я как-то вообще... Какой вкусный завтрак, это Татьяна Рейх пишет, спасибо. Ой, Яна, а вы покупаете рекламу у других блогеров? Может быть, это помогло развиваться каналу намного быстрее? Это Александра Исаева. Нет, мы на Ютубе мы не покупали ни рекламу, Ютуб-канал платно мы никак не стали продвигать. Кто не знает, у меня есть блог в Инстаграме. Там, наверное, я прошла все круги продвижения. Единственное, только в гивах я не участвовала. Но так как я через это проходила, мне кажется, это не самое эффективное, особенно сейчас, когда делают рекламу тебе. Понимаешь? Особенно супчиком. Вот. Не говорю, что это прям вообще неэффективно. Ну, как-то на Ютубе мы решили, ну, как мы, я решила не заморачиваться в плане вот этого продвижения, лишь бы куда-то там продвигать. То есть здесь больше хочется, чтобы была реально своя аудитория, которая пришла именно на контент. То есть именно мы вам понравились, а не то, что где-то, ну, было это навязано как-то очень клево. Или там, как на гивах, да, люди приходят чисто за какие-то призы и деньги. То есть даже сейчас, когда мы делаем свой конкурс, то мы его тоже нигде не рекламим. То есть я хочу, чтобы только наша аудитория, то есть и когда мы будем разыгрывать боксы, то есть это наши люди, которые нас смотрят. Ну, хочется, чтобы, допустим, те же сладости, они пришли именно, ну, наша аудитория, а не человеку, который пришел лишь бы забрать бокс и уйти. Не, я не хочу. Вкусно. Угу. Это, короче, рисовые шарики, банан. Неплохо, но, блин. Вы знаете, я не могу сказать, что это невкусно. Потому что вот, не, ну как бы, я не могу, потому что это тайская кухня, да, мы к ней не привыкшие. И вот эти все специи, вот это вот сочетание вот этого всего, я не знаю. То есть сложно сказать, вкусно это или нет, потому что, ну как бы, непонятно, если честно. Но мне не понравилось. Мы за это заплатили 23 евро. Попробуй хоть кусочек. Реально, самое вкусное это печенька. Да. Не, не хочу больше, спасибо. Ладно, ждем вас до следующего мукбанка. До новых встреч, пока.